Дорогие товарищи, еще в конце 1921 года, когда советское государство залечивало тяжелые раны гражданской войны, великий Ленин, беседуя с инженерами-изобретателями, говорил: «Пусть вас не огорчает, что некоторые товарищи не верят в замечательное будущее космонавтов. А я вот верю, глубоко и твердо верю. Пройдет 20-30 лет, а может и все 50, и советский человек, именно советский, совершит это сказочное путешествие. Это будет большим, чудесным праздником науки всего мира». Праздником науки.